Друзья, всем привет, с вами Санек. В общем, такой незапланированный видосик. Делаю передний ведущий мост, человек заказал, ну, более подробно об этом будет отдельное видео. Но сейчас такой момент интересный. Помните, да, пришла посылочка, вот здесь я заезжал две штуки. Вот эта коробка из-под болгарки, это коробка из Москвы, вот. Вес 23 700, заказ вот из Москвы. В общем, давайте сейчас сделаю вставочку, распаковку и посмотрим, что там внутри было, а потом продолжим. Так, ну что, давайте откроем вот эту посылочку из Москвы. Вот так она запечатана. Вместо ручки скотч. Заглянем вовнутрь, так сказать. Что тут у нас приехало? Ну, это если интересно кому. Если не интересно, друзья, выключайте сразу видос. Даже не ждите. Вот, как-то так. А мне интересно. Вот таким вот образом. Вот. Вот такие вот приехали, мужики, дела сюда, ко мне. Это, скорее всего, перекладывали, чтобы не грохотало здесь ничего. Даже обрезочки позасовывали. О, даже перчатки. Так. В общем, это, друзья, комплект человек прислал для того, чтобы я собрал ему ПВМ, передний ведущий мост. То есть гранаты новые со ступицами. Ну, мы это распечатаем, еще посмотрим. Точнее, с поворотными кулаками. Я говорю, со ступицами. Подшипники полуосей, два штуки, два привода, по-моему, если не ошибаюсь, ниловские они, четыре новых нижних шаровых и нижние рычаги переднеприводного авто. Вот. Мост будет мой. Ну, а редуктор, я сказал, мне не нужен. Я соберу на своем шаблоне и редукторе. И тупо потом отправлю. Нет здесь пыльников. Ну, впрочем, все, что мне не нужно, человек не присылал. Так, ну, а это я понимаю. Он мне говорил, что я там тебе передал в коробке кое-какие ништяки. Так, перчатки. Ну, перчатки нормальные, только не на мою руку, правда. Но пойдут. Жене отдам в огороде колупаться. Не, у меня просто рука намного больше. Так, это пару дисков, вот которыми мы будем работать. Лепестковых. Вот они как раз сюда и пойдут, отлично. Вот такой вот, друзья, развальцовщик. Вот. И здесь направляшки в трубке. Специальная для него. И вот такая вот
Пневмодрель, друзья, небольшая. Сюда вот переходничок поставить. Точнее, быстросъем. И можно будет работать. Компрессор есть. Шланг есть. Пневмодрель есть. Так что уже поинтереснее. Вот, как-то так. Так вот, внутри были комплектующие для переднего ведущего моста. То есть ступицы, гранаты, шаровые, нижние рычаги 4 штуки. Вот. Немножечко там подарков. Мой чулок. И все. И моя работа. Вот. Человек сам его потом соберет, поставит редуктор. Пыльники поставит. Это он мне не присылал. Там сальники такое. Вот такие вот дела. Мое дело сделать в размер, в нужную колею. Кстати, сейчас колея выставлена на 90. Но не шайбы на 90, друзья, стоят. Шайбы стоят на свой размер. Вот эти вот кондуктора. Но колея должна получиться 90. Здесь будут стоять еще тормозные диски с этим учетом. Вот, как-то так. Более подробно я уже показывал все расчеты, как сделать передний ведущий мост. Это была, если я не ошибаюсь, вторая часть, да, серии, так сказать. Кстати, она, ссылочка на все эти расчеты в описании, сразу вот самая верхняя, вот внизу вот почитаете там передний ведущий мост, ПВМ. Расчеты там от А до Я, там 20 минут разжевывал только размеры, там ничего мы не делали, я ничего не делал, только показывал. Кстати, этот мост я также делаю по своему же видео, я его два раза посмотрел там, один раз полностью, другой такой моментик уточняющий там, и все, и мне стало все ясно. Вот по этим, по вот этому, по именно конкретно по этому мосту, вот. Я пошел от обратного, то есть поставил кондуктора, чтобы можно было работать вот с приводами. Я их называю палка. Палка. Это ниловская палка. Вот у нее размер. Вообще, знаете, да, что все вот эти привода, они все разные. От восьмерки, от десятки, там, от калины, от приворы, там, всех, у всех свой размер. У Нивы вот, пожалуйста. Это от края до края. Их было два одинаковых. Один я укоротил и сделал, вот он, размерчик сейчас получился. Здесь 2,8 между. Я не знаю, вообще нужны вам цифры? По-моему, не нужны. Это я тоже все рассказывал во второй части. Почему 2,8? Потому что вот между вот этими шестернями, как это показать-то, той и вот этой. Вот кусок трубы 2,5 плюс вот две таких прокладки в 3 миллиметра. Вот. И, соответственно, вот он размерчик замерил, да и все. Такой же сделал здесь. То есть они должны привода быть по краям шестерен. И начинаю собирать, как говорится, сзаду наперед. Вот. Буду сейчас делать втулки. Сюда приваривать, которые будут держать подшипник, вот, ну как, больше для центровки, да, и сальник по ним будет бегать, вот, вваривать сюда втулочки и протачивать их уже конкретно на станке, то есть будет зажиматься привод в станочек, ну что, купил зря, что ли, станочек, должен отрабатывать по красоте, делать эксклюзивные вещи. Кстати, этот вал я перешлицовывал. Просто взял и перешлицовал. Вот это осталось обварить теперь. Как перешлицовывать, я думаю, объяснять не надо. Все все знают, все все прекрасно понимают. Вот. Очень легко и просто. Заводские шлицы с обеих сторон. Кто-то там их разрезает. Вот я положил два зубила, да, для примера, вот так вот ставят друг в друга, там сваривают и гоняют они только в путь. Вот. Кто-то еще какими-то трубами там соединяют. Нет, я перешлицевал.
То есть одна палка у меня осталась заводская. Редуктор будет смещен. Вот здесь я наметил центр. И до этого центра 5,5 сантиметров плюс редуктор, хвостовик. Ну, уже все знают же. Хвостовик, центр хвостовика, да, он тоже смещен относительно центра. Вот на 2 сантиметра. Поэтому от центра до центра хвостовика смещение будет. От центра, вот, между колес, будем так говорить, до центра хвостовика смещение 7,5 сантиметров. То есть, по факту, вот как выходит мост, так я его делаю. Вот палка вот такой длины, она заводская. Другую я укорачиваю по нужному мне размеру. Все. Дальше будут уже, повторюсь, вариваться втулки, ставятся. Вот, потом ставятся будут вот эти вещи, флянцы. Потом замеряться, высчитываться чулок будет уже по факту. Так, чтобы у меня все сошлось четенько. Потому что, ну, зачем себе задачу-то усложнять, когда вот оно все в кондукторе. И пляши не хочу, как говорится. Вот, как-то так. Привода все разные. Вот есть. Вообще, сейчас вот здесь где-то должен появиться скриншот. Вот, с размерами. Там они все тоже там плюс-минус. Какие-то там десятки. Там, не знаю, сотые там. Размеры все разные. Вот привод 41,2 миллиметра длиной. Обязательно поправьте меня, что в сантиметрах никто не меряет. Гробовщики в сантиметрах меряют. Кто там еще? Там еще? Мне уже писали так. 41 сантиметр. Ну вот для тех, кому миллиметры важны, вот 410. Это вот два одинаковых. Ну это что вот валялось у меня вот здесь. Вот достал. Просто показать. По сути, вот этот и вот этот вал, разница тут в 2 сантиметра 9 миллиметров по длине. Буду если делать и с ним, то также по факту. То, что редуктор тут не по центру и смещен будет в одну сторону, это даже очень хорошо, когда используется раздаточка. То есть кардан уже будет стоять не вот так, а вот как-то так немножечко. То есть углы уже будут ну, не такие крутые, будем так говорить, а как-то более сглажено работать. Это по этому моменту. Что еще хотел сказать? Да, кстати, толщина вала Нивовского, вот, 25 миллиметров толщина, а толщина приводов восьмерка, девятка, десятка 23 миллиметра. Вот. То есть на 2 миллиметра они потоньше. Давайте сейчас зажму один вал и другой вал в станок и повращаем. В общем, биение есть в центре, но на шлицах, вот даже на заводском, на шлицах биения почему-то нет. Возможно, коррозия, возможно, вот здесь, так же, как и полуоси, если зажать полуось, да, видно, как она проточена. Здесь снято, а здесь вровень. Вот. Точно так же и... Ну, это я так, схватил первую попавшуюся с убитым подшипником показать. То есть, биение присутствует, как и на любой полуоси. Идеально ровную полуось. Это редко кому попадается. Ну, просто на заводе ее штампанули. И получилась она ровненькая. А в основном они все в центре. Вот такой расколбас. Точно так же и по приводам по этим. В центре расколбас. Поэтому втулки точить буду конкретно на станке уже вваренные. Чтобы вот соосность была, ну, приближена к идеалу. Так, друзья, поставил, значит, привод короткий. Вот. Четырехкулачковый. Самоцентрирующийся патрон, именно для таких целей брал.
Вот, потому что трехкулачковый на шлицы не попадает нормально. Один кулачок становится сверху шлицов, и два там где-то попадают мимо. Здесь более-менее все адекватно зажимается. Поджал центром, и теперь пуск, так сказать. Вот я не знаю, индикатор ставить смысла вообще не вижу никакого, потому что здесь все коррозией побито. Он будет скакать как сумасшедший. Вот, но визуально, как бы показать, визуально будет видно, что вот здесь вот отлично все. А вот здесь, друзья, идет такой расколбас, как сейчас попробую. Нет, когда быстро. Вот. То есть понятно, да? Втулка вваривается, зажимается и уже конкретно на месте протачивается, чтобы была, ну, соосность, что ли. Сейчас заводскую воткну. Так, ну и заводская цельная, заводской цельный привод, хотел сказать полуось. Все установлено. Вот и смотрим. Здесь по шлицам все отлично. Те зажаты в патрон. Но вот центр, смотрите. Вот, можете там какую-нибудь крошку наблюдать, стружку. Вот такой вот идет в центре расколбас. Поэтому станок очень помогает в этом плане решать вот эти вот проблемы. Как-то так. Да, забыл сказать. Вот этот вал, когда протачивал, перед тем, как перешлицевать его, я его сделал в плюсе на 2 или на 3 сотых. Вот, в плюсе. И здесь я его запрессовал. То есть, уже тут снять ее просто нереально. Просто так она не даст. Да, и вал здесь проточен двумя ступенями. Сейчас нарисую примерно, чтобы понимали. Не хотел я просто этот видос снимать. Вот реально. Вот так, одна часть вала проточена. Сейчас покажу. Потом вот так вот, и дальше уже пошел он сам привод. То есть двумя ступенями, друзья. Вот эта часть, самая узкая, вот эта часть, это просверлена была 14-м сверлом. И снял я 0,2, так, чтобы убрать все заусенцы. Вот. Дальше просверлена, проточена точнее, часть вот до вот этого момента, где начинается шайба. То есть вот это здесь, я не помню, по-моему, 1,5 сантиметра или, не, 1 сантиметр и 3 миллиметра. Проточено 18 размером, 18 размер. То есть вот здесь 18. Вот. И по факту будет обвариваться торец и обвариваться вот здесь по кругу. Фаски видели, снял. И заодно они обработаются. Вот так было проточено. Я еще проточил, буду делать еще один мост. Прямо вот кондуктор стоит. Палки буду ставить сейчас по факту тоже. Одновременно делаю два моста. Один, значит, человеку на заказ, а второй, ну, не знаю, или себе сделаю, или на продажу. В общем, без гранат, без шаровых, чисто будет такой кит-набор. Две вот этих ступицы, потому что вот здесь будет вварено крепление для шарового. Две ступицы, чулок и два привода. А дальше можете сами собрать. Но это я еще не знаю, буду его продавать или нет. А дальше можете сами поставить редуктор, поставить шаровые, поставить гранаты. И все. Ну, чулок, соответственно, будет уже с рычагами. Только все соединить. Вот, поэтому сразу заготовил. Еще одна, вот она, кстати. Вот так вот все это дело проточено. Внутри также вот таким вот образом. Но это здесь
с тонкого вала 23, здесь 25, поэтому там потолще. Здесь вот так, хотя тоже проточено на 18 миллиметров, мужики, миллиметров. Вот, вот туда. Как-то так. Ладно, мужики, всем пока. С вами был Санёк. Скоро увидимся.